круто, да. Все гости, которые приехали и едут, обязательно заезжают. Ювелирное, но это стоит гораздо больших денег, понятное дело. Поэтому кусочек маленький. Не верьте тому, что его нет. Его просто не добывают и не ищут малахит этот самый. Затем, как вы думаете, тут разные камни или один? Я вас спрашиваете, значит, один. 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 Это яшма. Это малая часть яшмы, да. Начиная с горного хрусталя, заканчивая аметистом. Это, конечно же, гранаты, вот альмандины, красные гранаты, черная друза такая, да? Чтобы красный появился, нужно кристаллы вытащить, правильно огранить, и тогда они с центра начнут красным цветить. Самоцветов. Это, конечно же, бериллы. Главный берилл уральский – это изумруд, но вот тут классический такой берилл, уже не драгоценный, да, камень. Рядом аквамарин, желтый – это гелиодор. Ну и, наконец, еще один уральский самоцвет. В основном добывается он на юге Урала и уже на территории Казахстана, поскольку Уральские горы в Казахстане. Вот все три куска цветных. Это все один и тот же камень, но с разной окраской. Потому что в зависимости от того, что... Золото, конечно. Поэтому и народное название золотой буряков. Да? Пирит, конечно. Это минерал. Это минерал. Помимо малахита, я думаю, лазурит должны узнать байкальский. Рядом с ним нефрит зеленый байкальский. Розовый камень, я не знаю, были ли на плотинке или еще будете, были, про это они вам рассказали, вот, пожалуйста, как он отполирован, видите? Это лазурит как раз, да. Агатовая группа большая, и вот этот вот большой такой кусок, волной такой идет, он, так скажем, маскируется под агат, но вообще он должен по правилам вот здесь стоять, потому что это кварц, на самом деле, это шейтан. Правильный агрегат для обработки камня. Вот эти шарики, они друг на друге нарастают, да, могут вырасти большими, но все равно они будут отдельными шариками. И что мы получаем? Не реставрируемая малахитовая ваза на медной чаше наклеиваются маленькие кусочки малахита. Произведение камнерезного искусства советского периода. Это техника объемной мозаики. Советский период. Камнерезного искусства. Очень сложно, потому что здесь каждая деталь объемная композиция. Да, произведение из камней, мозаика и кощей бессмертный. Стоит очень-очень много денег, даже не озвучено. Вот вы сейчас, когда пойдете, статуэтка из белорусского кварца. Потому что главное... Так, же и камни. Так выглядит забой поиска. Жил.